Добрый вечер, дорогие друзья. Для вас это видео будет о погоде в городе Барнауле. Вот у нас сегодня плюс 2 градуса. В принципе, тепло, и даже снег вот лежит, не совсем растаял. Тепло. Ветра нет, вот смотрите, даже по деревьям. Вот такая у нас погода в Барнауле. Теплый осенний октябрьский вечер, 26 октября, среда. Самое любимое видео, которое вы любите, за которое все меня критикуют, потому что, говорят, неинтересно, а сами смотрят. Ну, как сказать, как неинтересно. Для истории останется. В каком году, в какое число, в какой день была погода в городе Барнауле? О, сообщение пришло от директора. И от Наговицына. Да, Наговицын, тебе привет, Серега. Здесь у меня друг Сергей. Сергей. Наговицын. Так что вот такая у нас погода, ребят. Тихая, спокойная. Все люди вот с детьми гуляют. Вот видите, какие у нас березки здесь. И сосны. Сразу 3 в одном. Вот такая погода у нас в Барнауле. Такая погода сегодня у нас в Барнауле. Смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш, путешествие автомобилей. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Николай Кныш, а я вам желаю сибирского здоровья и кавказского долголетия. Всего вам доброго, дорогие друзья.